Здравствуйте, здравствуйте. Давайте из всего вот этого дела сразу в карьере. Я не буду рассказывать, где я был, где я пропадал, почему роликов выходит 3 штуки в день. Я не буду все это рассказывать. Просто хочу вам сказать, что с Новым годом, с днем рождения, все прочее, все так далее, все многие другие вещи. Я играю на Black Rush, как бы 11-й сервак Indigo, и на всех прочих вещах я также играю, поэтому заходите, узнавайте, познавайте, делайте все прочие вещи, если вы все это делаете. И вообще, то есть, ну, все это делаете. Так вот, новость у нас сегодня заключается в следующем. Black Rush показали новое здание технического центра. Как вам? И я сейчас смотрю на все это, на весь технический центр, на все вот эти вот прочие вещи, и я понимаю, что а для чего он нужен будет. То есть я могу понять, для чего нужны СТО, там, вот все вот эти вот прочие вещи, технический центр, типа, это там, куда ты можешь заехать, и, типа, как в одиночный GTA San Andreas починить машину за 100 долларов или вроде того, или что это, что такое технический центр? То есть постоянно Ромка Злобин, постоянно Life Mobile, постоянно все прочие чуваки, они что-то вкидывают, но объяснить, что это такое, они не могут. То есть как будто бы ты уже такой, знаешь, про все, вот даже у меня сколько уже опыт обсуждения всех вот этих вот новостей в GTA Samp, в Life Mobile, в Life Samp, во всех прочих вещах, я и то вот так сходу не могу понять, что это такое. Возможно, была какая-то предыстория, возможно, были еще какие-то вещи, связанные со всем этим техническим зданием, техническим центром, с какими-то прочими вещами. Возможно, люди, которые играют на Black Rush, там, я не знаю, 48 часов в день, они могут знать, что такое технический центр, но откуда мне все это знать? Расскажите мне все это, как человеку непросвещенному во всем этом, что такое технический центр, для чего он нужен? То есть я вот так, если сходу посмотреть с первого взгляда, вот так вот увидеть и просто осознать все, что происходит, я бы сказал, что технический центр — это такая, типа, станция, куда ты можешь заехать, и вот так вот, как в одиночной GTA San Andreas, починиться. Все, то есть больше я ничего предположить насчет всего этого не могу. Возможно, у кого-то из вас, если у вас есть опыт в обсуждении всех вот этих вот новостей и всех прочих вещей, возможно, вы можете рассказать о том, что вообще из всего этого выходит, что из всего этого получается и так далее, потому что я в данный момент ничего сказать по поводу всего этого не могу, и, скорее всего, не смогу в будущем. Даже если там поиграю, даже если там проведу всю свою оставшуюся жизнь на Black Rush, мне кажется, что я не смогу вот так вот сходу понять, что это будет за технический центр, для чего он нужен будет, кто им будет пользоваться, что вообще будет и так далее. То есть, возможно, ладно, давайте перейдем в комментарии, возможно, там что-то такое прям есть. Я не знаю, тут все пишут про оптимизацию, все пишут про какую-то фигню, типа, полное ничего, там, никак и ничто, Black Rush не читает предложения по обновам, все прочее, хотя, как лично мне кажется, Black Rush читает предложения по обновам и постоянно реализовывает то, что нужно игрокам, просто понимаете, когда чуваки пишут просто оптимизация, да, а что нужно оптимизировать, то есть они же не могут взять и перелопатить просто весь вот этот вот свой лаунчер для того, чтобы у Васи на Xiaomi Redmi Note 5 все шло, типа такого же не может, не то что не можно, нельзя такого сделать вообще, то есть у меня Huawei P Smart Z 2019 года, и там все идет, я не знаю, возможно, вам нужен телефон получше, там, я не знаю, iPhone какой-нибудь 5S или там 4S Plus Max, что-то наподобие того, потому что лично я ничего подсказать людям не могу, и когда выходит опять-таки очередной пост с какими-то обновлениями на Black Rush, все чуваки такие, типа, ой, вы знаете, а лучше бы они завезли оптимизацию, а лучше бы они сделали то, а лучше бы они сделали это, а лучше бы там вот все произошло вот так. Нет, такого не будет. То есть будет так, как лично мне кажется, задумано на Black Rush. Возможно, это путь немного не туда. Возможно, что это их приведет в какие-то очень такие, знаете, дебри, и все будет очень плохо. Я не знаю. Поживем, увидим. Это все, что я могу в данный момент сказать. Однако, ладно, я играю на 11-м сервере Black Rush. Это Indigo, это все прочие вещи. Вводите мой никнейм Данила КПРФ при регистрации. Вводите мой промокод хэштег ZDC на втором уровне, и все у вас будет хорошо, отлично и замечательно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до свидания.